Если есть на Земле место, населенное животными, словно библейский ковчег, то это бесспорно Нгоронгоро, национальный парк, расположенный внутри кратера одноименного вулкана, взорвавшегося более 2,5 миллионов лет назад. Если быть точными, то Нгоронгоро расположен на горном вулканическом плато внутри кальдеры, долины диаметром 20 километров, образовавшейся на месте обрушившегося вулкана. Стены вулкана до сих пор опоясывают долину горной грядой, высота которой достигает 600 метров. Национальный парк Нгоронгоро, расположенный на севере Танзании, одно из немногих мест на планете, где присутствует такое разнообразие животного и растительного мира. Более 100 видов птиц и 55 видов млекопитающих, около 25 тысяч самых различных животных, сотни тысяч птиц. Здесь, как в самых лучших сказках о Маугли, бок о бок живут грозные охотники со своей потенциальной добычей. Мелководные озера долины буквально кишат животным миром. Гуси, ибисы, журавли и особенно фламинго, чей розовый цвет делает розовыми озера, которые они заполонили. По соседству на водопой приходят антилопы, зебры и газели, бесконечные стада копытных, кажется, не поддаются никакому подсчету. А где-то рядом в высокой изумрудно-зеленой траве мелькают пугливые шакалы и одинокие бородавочники. Нгоронгоро – родной дом и для большой пятерки, носорога, льва, леопарда, слона и буйвола. Уникальный мир – настоящий райский уголок. Здесь, на просторах сухих саванн, зеленеющих полей, под кронами влажных густых лесов круглый год течет спокойная, размеренная жизнь огромного числа представителей флоры и фауны Черного континента. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.